Утренний праздничный намаз сегодня прошел во всех мечетях. Мусульмане отмечают Курбан-Байрам. По традиции молитву необходимо совершить на рассвете. В Самаре только в мечеть на Старозагорье пришли порядка 1000 верующих. Сабиру Галимуллину 20 лет, богослужение посещает с детства. Он считает, что долг каждого верующего – сохранять традиции предков. А я, то есть начиная с малых лет, вместе со своими бабушками, дедушками, родителями, вырос именно на этих традициях ислама, соблюдая те самые, скажем, столпы, намаз, ураза, пост в моем кругу общения. То есть, да, есть тот ряд молодежи, которые также, как и я, на протяжении, скажем, нескольких лет посещают данные праздники, то есть не только Курбан-Байрам, но и праздники Ураза-Байрам, да, также они соблюдают пост. Вот, и для нас это нечто, скажем, обычное, то есть, да, именно вот идти именно таким путем. Курбан-Байрам – праздник жертвоприношения. В этот день верующие вспоминают подвиг пророка Ибрахима, который был настолько верен божественным идеалам, что готов был принести в жертву сына. Но в последний момент ему было указано, что Всевышний против убийства людей, а для жертвоприношения Ибрахим нашел ягненка. По сути, это стало прообразом заповеди «Не убий», которая в Писании появилась позже. В память об этом событии мусульмане и сегодня приносят в жертву барана, мясо которого делят на три части. Одну оставляют себе, вторую отдают близким, а третью – малоимущим. Они редкие праздники, поэтому это радость, во-первых, радость от общения со своими единоверцами, радость от того, что дожили до этого святого праздника. А те, которые будут жертвовать животные, они радуются тому, что Аллах дал им такую возможность. Радость, праздник жертвоприношения, праздник добрососедства, великодушия, щедрости, миротворчества, может быть, укрепление веры. Курбан-Байрам – это день кульминации хаджа, это паломничество в Саудовской Аравии, один из 5 столпов ислама. Обычно Мекка вмещает 2,5 миллиона путешественников. В этом году из-за пандемии коронавируса посещения ограничили до 10 000 человек. Ограничения были и в самарских мечетях. На территорию впускали только в масках, плюс у каждого индивидуальные коврики для молитвы. Мария Левина, Григорий Плешаков, события.